Всем приветики! Закупочка была сегодня у меня в магазине Росман. Златука и бедренка. Так, это в Росмане я скупилась на 76,44. Что купила? Вот такой вот интимный гель для купания. Мыло Дав. Здесь 4 штуки по 90 грамм. Вот такие витамины А и Е. Это в Росмане продаются. Электролиты. Вот такие носочки взяла себе на работу. И взяла вот такой дезодорант под мышками. Новый кристалл тут. Вот такой вот кристалл идет. Увидела у кого-то в ТикТоке. Решила тоже попробовать. Заходила в аптеку, купила еще пробиотик. Такой. Цена его 19,99. Так. Это заходила я в Златуку, взяла вот такие флаги разных стран детям. Мусорные пакеты на 60 литров, здесь 12 штук. Солянка, перечница. Две резинки, черная и белая. Хорошее вроде качество. Взяла вот такой поемничек, контейнер такой маленький. И взяла вот такой большой контейнер. Так, и закупка была в бедренке еще. На 44 злотых 80 грош. Взяла хлеб нарезной. Вот такая вот приправа нам зашла. Очень понравилась. Мы и с мясом, и в картошку добавляем, и в салаты вкусно очень с растительным маслом. Паприку сладкую. Вот такая вот колбаска. 270 грамм, здесь она уже нарезанная. И мясо взяла, лопатка, здесь кило 936. Тоже была по акции по 12 злотых. А так ее цена по 16,99, это просто сегодня скидка была. И детям взяла два вот таких йогурта, здесь внутри как маленькие киндеры еще. Ну такая вот, вот такие вот закупочки у меня сегодня.